зачем мы расстались? Кажется, что ты совсем чуть-чуть не договорил, не решился, а в результате не сказал самого главного. А потом ты день за днем думаешь об этом, жалеешь, но вернуть уже ничего невозможно. Это я, значит, для нее ошибка молодости, да? И я решила шагнуть первой. Ведь действительно, все еще можно исправить. Я на вокзал поеду, мне даже...